С января 2023 года в России появилась новая мера поддержки малообеспеченных семей. Документы на выплату единого детского пособия можно подать в подмосковных многофункциональных центрах. Новая мера поддержки объединяет несколько различных выплат. Пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, а также на детей с рождения и до 17 лет. Выплата назначается нуждающимся семьям на 12 месяцев. После этого срока нужно будет подавать новое заявление. Размер единого пособия определяется индивидуально. Он составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума. В Подмосковье он составляет 18 832 рубля для трудоспособного населения и 16 759 рублей на ребенка. Оценивается также доход и имущество семьи, учитывается занятость родителей. Заявление на единое детское пособие можно оформить в любом МФЦ. Решение будет принято в течение 10 рабочих дней.